Двое человек, они из Германии, из Штатов. Добро пожаловать, рады вас видеть. И у нас большая группа с Кореи, пастор Мак. Те, наверное, помните, мы пару лет назад делали совместное такое большое развернутое мероприятие, и они нам тоже помогали. Я хочу предложить, чтобы пастор Мак сказал нам несколько приветственных слов. Очень просто, Ма, видите, фамилия просто Ма. Классно, не то, что там нужно выговаривать, что-то имя, отчество. Мы хотим благословить всех вас именем нашего Господа и Мессии. I met Pastor Leo Machen in 2006. Он помнит хорошо. В 2006 году мы встретились. У меня даты все смыты. 저와 저희 교회에게 기도 부탁을 하셨습니다. And Pastor Leo Machen asked us to pray for this nation. И я в смысле просил их, чтобы они молились о нашем народе. 저는 지난 8년 동안 그 약속을 지키고 레오 마친 목사님과 여러분의 교회를 위해 기도했습니다. After he asked us to pray for this nation, and I kept the promise. And we prayed for 8 years every day for this nation. С того момента, как он попросил, я пообещал, что мы будем, и вот уже 8 лет подряд каждый день мы молимся о вас. Амаду, чего чудо. Давайте похлопаем им за это. Только корейцы могут такое. Only Koreans can do this. Okay. Perhaps I will pray for you until I die. И я обещаю вам молиться за вас до того момента, пока я не умру. Our team's name is from Dan to Beersheba. И название нашего тура от Дана до Бершевы. 1년에 한 번씩 이스라엘을 방문합니다. We come to this land every year. И мы сейчас приезжаем в эту землю каждый год. 이스라엘을 방문하는 이유는 이스라엘을 축복하기 위해서입니다. The reason why we come to visit this nation is to bless the land of Israel. 이 мы приезжаем сюда, чтобы увидеть и благословить эту землю. 우리는 몇 가지 기도의 제목을 가지고 있습니다. We have several purposes of our prayer. 이 в нашей молитве мы достигаем нескольких целей. 첫째는 온 세계에 흩어져 있는 유대인들이 알리하기 위해서 기도합니다. First prayer is that we ask God to bring all the Jewish people into this land. Первая молитва – это молитва об Алие, чтобы Бог собрал Израиль со всех рассеянных мест и привел в эту землю. 두 번째는 이 땅이 이스라엘 땅이 회복되도록 기도합니다. The second is that God would restore the land, physical land of Israel. И второе, чтобы Бог восстановил, реально восстановил всю физическую землю Израиля, наследие нашего народа. И 땅에 전쟁이 일어나지 않도록, 테러가 일어나지 않도록 기도합니다. Also, we pray that there is not war and terror and other disasters. И мы молимся, чтобы здесь не было ни войны, ни террора, никаких физических проблем, ни землетрясений, ничего не было. И 땅에 강수량이 늘어나도록. Also, we pray that God would pour out a lot of rain upon this land. И чтобы много дождя физического и духовного было излито на Израиль. 이 땅의 대통령과 국가의 지도자들을 위해 기도하고. Also, we pray for the president and the prime minister of this land. 우리 молимся за правительство, президента, премьер-министра, все руководство вашей страны. 이 땅의 중독자들이 치료되기를 위해 기도하고. Also, we pray that God would heal the drug addicts. 이 мы просим за то, чтобы Бог исцелял людей, которые в грехах, которые пьют или колятся наркотиками. 그리고 영적인 부흥을 위해 기도합니다. And also we pray for the spiritual revival of this land. 이 мы молимся о духовном обновлении в этой земле. 마을마다 도시마다 교회가 세워지길 위해. We want every village and every town be planted a church. 이 мы молимся, чтобы Божье присутствие, люди верующие в Господа, наполняли каждый город. 그리고 성령께서 여러분 가운데 강력하게 역사하게. And also we pray that God would pour out His
Holy Spirit upon you very powerfully. И чтобы Бог, изливая на вас Святой Дух, дал вам много силы духовно служить людям вокруг. Израиль и 제사장 국가의 사명을 회복하도록 기도합니다. And I also pray that this Israel would be restored for their mission of the priestly nation. И моя молитва, наша молитва, чтобы вы как народ вошли в то призвание священников, которому вы были призваны от начала. 그리고 유대인과 이방인이 한 세 사람이 되길 위해 기도하고. Also we pray that Jewish people and the Gentile people would be united in one. 이 чтобы произошло то великое объединение Израиля и Гоим через Иешуа, про которое говорят священные писания по-настоящему. 저희는 열심히 기도하고 있습니다. We are now very highly praying for you. мы избрали особенным образом молиться за вас. 새벽에 일어나서 기도합니다. We pray when we wake up. 이 мы молимся об этом, когда мы о вас, когда мы пробуждаемся. 성지를 향해서 가면서 차 안에서 기도하고. When we are traveling all over this land on bus, and we are praying again. 이 в эти дни, когда мы ездим на автобусе по земле, по вашей земле, мы молимся в каждом месте. 작년에 우리 그 차를 몰았던 기사가 20년 동안 성지 순례객을 받았는데 the driver last year accepted many tour in Holy Land tour groups and he said that our group is the best group that prayed for Israel the best and the largest. 이 из многих групп, которые ездят и просто туризмом здесь занимаются. Мы действительно приезжаем сюда, чтобы молиться. Наша цель — молитва. Не только посмотреть, но много-много молиться. В то же время похлопать им на самом деле. There is one reason that we pray for you. И есть еще одна причина, почему мы молимся так много о вас.첫째는 하나님의 부르심이 있습니다. That is because God called us to pray for you. 우리 получили это призвание внутри, в духе. 우리 팀을 이스라엘을 위한 중보기도자로 부르셨습니다. God called our team to pray and intercede for the nation of Israel. 또 призвание мы получили с небес. 두 번째로는 여러분에게 감사한 마음으로 기도합니다. The second reason that we pray for you is because we thank you. Because you gave us a gospel. Вторая вещь, почему мы молимся за вас, это знак нашей благодарности вам. Мы знаем, что благая весть и истина о Творце к нам пришла от вас. Иисусе юдейнуро теонашес. Jesus was born as a Jew. Еврей и Иешуа. 유대인 때문에 우리는 복음을 받았습니다. And these Gentile people received the gospel because of you, Jews. 이 именно поэтому из Израиля через него и через еврейских служителей истина о Творце разошлась по всей земле. Юдеи есть, поэтому мы имеем Библию. Потому что there are Jews, then we Koreans and Gentiles would have the Bible. И из-за этой группы евреев, которые знали истину и пошли в наши края, пройдя всю землю, мы имеем то, что называется сегодня Библия. Юдеям Ханариме чукбоги есть. There is such great blessing upon Jews. И мы знаем, что на еврейском народе присутствует особенное благословение. Ханарикесо Авраамеге, "너를 축복하는 자를 내가 축복하겠다고 말씀하셨습니다." God said to Abraham that everyone who blesses Abraham would be blessed. И также мы знаем то место в Писании, которое говорит, что благословляющего тебя Авраама и твоих детей я благословлю, говорит Господь. Авраам의 자손인 여러분들을 축복하는 것이 저희에겐 복입니다. When we pray and when we bless you, the descendants of Abraham, then that is our blessing to you. И для нас огромное благословение, когда мы молимся за вас, физических потомков Авраама. 저는 에스겔 36장의 말씀을 믿습니다. And I believe the word from Ezekiel chapter 36. Я помню то место Писания, которое записано в Иезекииле в 36 главе. Израиль은 지금 회복되고 있습니다. The nation of Israel is restored. 야 восстановлю Израиль как народ. 그리고 계속 회복될 것입니다. Then even after today, it is getting and getting
restored. И мы видим, что этот процесс сейчас в действии. 하나님은 회복을 약속하셨습니다. Because God promised the restoration of this land. Потому что сам Бог ответственный и отвечает за это восстановление. 그런데 37절에서 유대인들이 기도해야 된다고 말씀. But God says that chapter 36 and 37 that God said Israelites also should pray for the restoration of this land. И но там в 37 главе написано, что также вы, народ Израиля, молитесь, чтобы Бог на вас изливал восстановление. Не только наша задача о вас молиться, вы сами должны призывать это. Амалек과 전쟁할 때 모세가 손을 들었던 것처럼 기도의 손을 들어주십시오. Made war against us, this Moses was helped by these two people. Мы помним историю в книге Исход, когда Амалек вторгался, чтобы убивать отставших израильтян, и когда произошла битва, то Моисей поднял руки, и они молились, чтобы Бог дал победу. Народы должны поддержать руки еврея, чтобы совершилось нечто подобное. Мы благодарим Бога. Спасибо. 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 Вау. Спасибо, Макс. Если бы я не был такой жестоковыйный, я бы заплакал. I'm sorry, guys.